Город Мехико был построен на руинах Теночтитлана, столицы ацтеков, после того, как он был уничтожен испанцами. Сегодня в этих городских джунглях очень сложно найти следы присутствия цивилизации ацтеков. Но в 1978 году случилось неожиданное. В это время планировалось построение системы подземного транспорта. Когда начались работы, строители наткнулись на странные объекты. Археолог Хосе Альваро Баррера Ривера вспоминает это невероятное открытие. Сейчас мы находимся непосредственно под храмом Солнца. Это северная стена сооружения. Этот храм был посвящен богу Солнца, Танатиу. Следы ацтеков были найдены. Испанцы построили новый кафедральный собор в память бывшему священному сердцу столицы ацтеков, которые возводили здесь десятки храмов. Археологи смогли восстановить историю наиболее важного из них — великого храма. Подобно пирамидам майя, он был построен в виде нескольких последовательных уровней. Его останки рассказывают о прошлом и открывают историю этого города.